Табас. Что такое Табас? Чао знаем. Тут, насколько я знаю, надо экипировать своих болванчиков. Вот. И какие-то стратегии делать всякие, как я поняла. Вот тут Алия Курей Battle Simulator, да? Готово. I am ready. Друзья, Крашук Дварф. 64 минуты недавно. Ну вот чем ты занимался, пока гусей гонял? Да? Кто еще гоняет гусей? Прямо во время стрима. Признавайтесь. Так, а тут есть Russian language? Language, English, Франция, итальяну, толч, испаньол, русский. Применить. Ок. Так, максимальная частота кадров. 30-60. Применить. Так, что мне из этого выбирать в первую очередь, Костас? Ты тут эксперт. Рассказывай, что мне делать? Конструктор карт. Мультиплеер, мастерская, компания, песочница. Две нейрокомпании, чтобы я вообще поняла, что надо делать. Вступление, приключения, испытания. Жуть. Давай, давай начало самое тогда. Все, я уже сама быстрее все решила. Создание победить синяя команда. Так, это синяя. Так, могу ближе, да, сделать? Типа, изучить их. Поворачивать карту нельзя, да, никак. Стоит тут такой костяной маг. Такого у меня нету. Так, опьяметятель звучит как что-то крутое. Защитник. Давай два защитника. Не один дубиноносец. Я их тут могу дофига наставить. Фуф. Так, ну все вроде. Вперед! Давайте, деритесь, мои бравые! Кто вы бы там? Давай, бей его! Отлично, мне не нужно самой играть. Просто наблюдаем, как унижает человечков. Так, они все копейщики. Мне нужно точно два щита, как минимум. Давай попробуем. Давай! Защитник, блядь, не защитил что-то. Давай! Мочи его! Нифига дубиноносцы так-то решили исход битвы. А я-то думала, все. Табы. Я думала, уже все, проиграла. Что это, маг? Мне такого нельзя, да? Почему? Почему у них есть, а у меня нету?
Сколько я еще могу поставить? Все? В атаку, моя армия! Нихуя! Почему у меня таких нету? Давайте, метайте свои копья! На, нахуй! Давай, въеблище ему прям! На! Где? Изи-пизи. Кстати, тут деньги накапливаются или их ограничено на карту? Блин, камнеметателю это вообще тема. Надо поставить побольше. Маг. Надо сделать так, чтобы они прям бежали. Вот так. Да? Мы не так ограничены картой. Окей. Ну все тогда. Я растянула, чтобы они их окружили. Надеюсь, это поможет. Но и по своим, и по чужим. Мясо! На, нахуй. Тупо задавили меня массой. Надо с этим что-то делать. Перестроить. А как? А вдруг мне не повезло просто? Дай-ка. Что если это случайность? Сейчас проверим, насколько тут работает случай. Нихуя, не прорывается. Это вообще жесть какая-то. Сверху иконка картин. Ага. Реально случайность, прикиньте. Где? Да тут. А все? Даже ничего представлять не пришлось. Я же говорила. Миленько. Вам хорошо слышно звук игры? Надеюсь, да. Мамонт? У меня нет денег на мамонта. Да, блядь. Боже. Все удалить прям. Я думала чуть-чуть удалить, а там прям все удаляется. Ну не сядь, а? Ну и в пизду. Давайте, деритесь. Посмотрю, насколько вождь силен. Он не умер пока. Умер, ладно. Бот. Бан. Я не настолько неудачник. Пока что. Так. Что-то нам надо как-то поменять. Что-то вождь, конечно, крутой. Но его недостаточно. Абсолютно. Так. Тык-тык-тык. Если я ебанусь вот так.
Давайте, затыкайте их! Боже, задержал их своим тушей! Давайте, тыкайте их! В очечья! Но! Мне кажется, у нас бы получилось. Можно еще раз попробовать. Давай, давай, моя дурацкая стратегия, работай. Что же они не попадают-то? Все из-за того, что вы промахиваетесь. Все понятно. Все понятно. Так. А все. А все. Все, откат пошел, да? Все понятно. Так, ну нам нужно побольше туш спереди. Получается. Тик-тик. Тик-тик. Давай! Давай мясо! Давай шмали их чем-нибудь! Та-да! Выстоял просто! Ага, что это такое? Что это такое? У них, типа, защита из соломы. Блядь, давай просто мамонта поставим, насколько они пробьют мамонта. На. Смотрим, насколько мамонт сильный. Давай, вставай! Мамонт застрял. Они его отравили. Давай, дави их. Ей! Это был уровень на то, чтобы я затестила мамонта. Мог на поддержке чисто. Все, отчасти надо. Давайте, мега-битва! Мега-битва! Мамонт бьет их своих и чужих. Остался один. Наилегчайшее. Че так народу сегодня мало, я не поняла. Алло. Эх, гостес. А чё? Веселые же игрушки. Это не игра. Не, ну это слишком имба, чтобы ей не пользоваться. Давай! Мчись!
На, нахуй. Мамонт прикрывает мага. На, нахуй. Ну, он прямо тащит, тащит все, все, все на себя. О, мне новых челиков дало. Косарь. Косарь стоит 5 хатку. Смешно. Уровень моих шуток. Тачка. Не знаю, просто попробую, чтобы они торчали. Все. Хай, мистер Владик. Надеюсь, ты принес вкусняш. Яй. Че, мы проигрываем? No! Давай, косарь! Пятихаточный косарь не справился. Увы. Увы. Не, ну как уже показала практика, это могло быть просто невезение. На, нахуй. Давай, косарь! Я ж говорила. Торговец зельем. Что он делает, интересно? Кидает всякие... А, отравляшки, да, да. Дойдем до лучников, что ли? Вау! На! Ничего, он так рубит их нормально. Пока не встанет все. Вставай! Бухая тварь. Опасный, опасный маневр. Атака сзади. Я теперь учусь быть этим диктором. А я тоже хочу. Ну что это? Что это такое? Все поздравляйте с мистером Твеном. Кто тут остался? Что это? Что это такое? Почему пугало так дорого стоит? Оу, он прям летает. Ладно, посмотрим. Микрочелик. Давайте! Фу, сбили, блядь, косаря этого нашего, или как его там? Как я победила? Как я победила? Вы же я пропустила. Я на гостес отвлеклась. О, кися такая просит, а я их кормила. А они не голодны. Она просто въебывается. О, нифига она.
Я отвлеклась. Так. Я затащу еще раз. Вдруг получится. Не, ну тачка какая-то имба непонятная. Так, вот эти мне тоже надо. Давай! Но! Нифига у них там световые штуки. О, АСМР. Бей, ковроля! Что? О, а что с ними? А, окей. А это мой чувак. А вот этот что стоит? Ты метатель ворон? А я-то думаю, что происходит? Он им встать не дает. Ой, блядь. Может, еще раз порол получится. Как показывает практика, иногда случаются чудеса. Давай. Мочите его, мочите. Если не получится, надо побольше дальников добавить. Надо магов завалить. Да-да, это я поняла. Ну все, завалили. Скосили их! Вот это я... каламбурщик. Рыцарь, лучник, целить. Вот это интересно. Король. Так, где команда посильнее? Или они одинаковые? Так, они одинаковые. И все. Фига так дорого-то вообще. А чё так дорого? Что такое дорогой ковроль? Чипсончики. Привет, двор. Жалко, не могу стрим посмотреть нормально. А я-то думаю, где все? Вы все не можете посмотреть стрим нормально. Что ж вы меня не предупредили? Я бы туда не стримила сегодня. Не знаю, вдруг ковроль справится. Давай эти лучники, вставай сверху и бей. А можно их, кстати, сюда вот сверху поставить? Я палец показываю. Ну да, вы, конечно же, все видите. Хуета. Так, не, давайте... Ой. Давайте катапульту ёбнем. Лучника можно сверху поставить? Сюда. Нет? Не залупа. А, вот сюда можно. Тогда хорошо. А-а-а, кисё! Не знаю, массы их задавим. Как-нибудь. На нахуй. Неплохо, неплохо. Давай катапульта, бей магов.
катапульта застряла, и все, да? Барт пьяный пытается. Что ты делаешь, малой? Он запутался, что ему надо делать. Он просто пытается убежать в стену. Так, у меня где-то лучники сверху. Они должны... добить его? Что происходит? Вот, лучник расстреливает. Да? Тот же его убил. Ну да, вон он вылез. Давай, добивай! Но зачем? Сверху бы стоял, всех расстреливал. Зачем ты вниз спустился, ёб твою мать? Кто ж тебе говорил так делать? Так. Стратегия в целом хорошая. Кроме одного «но». Лучники не должны спускаться вниз, блядь. Ну, давай. Да почему они вниз спускаются? Ну так же, ну... стойте наверху, блядь. Что они делают? Hello! Большой пробую еда. Хорошо. Привет, хопора, вот я текал гости. Я не поняла ни слова, но я пыталась. Давай, рыцарь! Ура! Шиш! Угу. Ага. Не, тут точно без катапульты никак. Может, две катапульты ебануть, слушай. Нахуя еще что-то? Правильно? Да, парочку лучников. Подпевай. На, нахуй. Ну и все. Не, ну в целом стратегия рабочая, та штука сразу отвалилась. Да добить его уже его. Завершить битву. Давай рестарт. Может, пробьют они их со второго раза. Сори, очень вкусные чипсанчики. Один остался. Давай, лучник! Твою мать. Почему лучники в упор стоят? Привет, что делаем? Я пытаюсь говорить лучникам, чтобы они держались подальше, а им похуй, вообще тут нельзя стратегию назначать персонажам, блядь, чтобы они стояли на месте, например, блядь. Какого члена?
Ну, хрен его знает. В курсе, тут можно одним челиком пролить можно. Как? Как? Я хочу управлять лучником, блядь, чтобы он бил всех сверху. Мне такого в обучении не сказали. Давайте, добивайте этих заморышей. Мочи! Ладно, неплохо. Нормально. Наведись и нажимать F. Ага. Блин, у меня рука занята. Извините. На нахуй вот так, короче. Ну и все, блядь. Ну и стой, пой. На нафиг. Давай еще два залпа, блин, они все трупы. Угу. Все понятно. Долго они не простояли. Я победила? Нихуя себе. Блин, я не сильно хрущу просто. Почему ты не можешь сидеть на стриме? А, Дварф говорит. Дварф. Подсказываю каждую минуту. Нормальный хруст. Спасибо. Да блин, тут просто такие палочки вкусные. Но это что так, блин, Минотавр? На shift? Что-то не работает. Давай, король. Нифига, король всех раскидал. Давай последнего. Шиш. Что, новеньких дадут? Как я угадала? Ежу, блядь. Ну-ка. Ха, реально, прикинь. Подожди-ка. Либо лесу надо подальше поставить. Бррр. Ага. Ничего, он там молнии раскидывает. Недолго они простояли. Не, ну Зевс слишком имба. Спасибо, пандрок. Как дела? О, нифига он что умеет. Давай, баллиста. Добей. О, молодец, молодец. Давай еще один выстрел. Давай. Пожалуйста. Выстрел. Стреляй, тварь. Молодец.
все у тебя. У меня с переменными успехами. Что-то хорошо, что-то не очень. А в целом... Я кушаю. Давай Минотавра ёбнем. Хочу посмотреть. Баллиста слишком имба. Сойдёт. Для массовки напихаю. Минотавр там развлекается. Может, это в ПВП только можно управлять кем-то одним? Потому что я тут что-то такой функции не нашла. Нет, Зевса захуярили. Нихуя, что происходит? Что-то мы проебались. Давай рестарт, вдруг сработает. Минотавр баллиста такой. Это вообще какой-то... Куча мала! О, все, Минотавр минус. Давай! Няху! Да, блин! Я верю в вас, ребята! Если не получится, то... Увы. Я же говорю. Нихуя себе. Сколько баллиста далеко стреляет? Просто имеет ли смысл вообще бы сюда ставить? Хрен его знает. Ладно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чё-то кораблики ваши потонули. Во льду причем. Зажми F английскую мышку на виде. А-а-а. Поиграла так поиграла. Спасибо, что прошли вводную кампанию. Мы добавим в игру новые уровни и кампании. Угу. Так, приключения. Собрание веселых и интересных уровней. Испытания. Уровни с непростой тактикой. Угу. Давай по очереди. Древесное племя. Это не одно и то же, что я уже проходила, нет? А кого я бью-то? А, вот. Не знаю, прикинь, мама это поставлю. Ты ёбнутая. И!
Апохи. Окей. Типа от каменного века до самого этого. Давай, мама. Завалит ли они мамонта? Маленькие вкладочки начали как-то больше. Ага. Окей. Мамонта завалили. Вот эти двое, блядь. Обнимаются, стоят, как на фотке. Сука. Так, ну мамонта я все равно хочу добавить. Пираты? Нифига себе. Весьма первобытно. О, ничего, он, смотрите, что делать умеет. Ха, потащил. Где? Хочу управлять мамонтом. Нельзя? А все. Зло. Ну-ка. Как будешь править, монарх? Покажи нам свою мощь. Стоишь ли ты этих денег? Сля, как пошел. Нихуя себе. Ну ладно, стоит. Жуть, женец. Что-то они вон там все собрались. Правда, я не знаю, что именно он делает. Давай метатель мечей. О, нихуя. Вот это мне нравится. А умном-ном, он сказал. Сверхчеловековый. А, свечеголовый. Дай посмотрю на них. Ля какой. Давайте за смерть поиграем. На нахуй, на нахуй. Пошли в пизду, человеки. Я скосила их. Что я такой один крестьянин? Все. Поединчик. Танк да Винчи. О, интересно. А что так денег у меня мало, правда? 100 золотых всего лишь? А, тут дуэль. То мне даже на фехтовальщика не хватит. Оруженосец, блядь. Ну, нау. Как странно. Окей. Okay. Mm.
Потому что, ну, надо что-то помассивнее. Ням-ням. Давайте, деритесь. Шиш. Так и знала, что это сработает. Что это? Что это гимн? Викинги? Берсерк. Валькирия. Ну, посмотрим. И один полурослик. Давай, разберсерч их. Лайна! Он как будто своего сына ведет, блин. О, нихуя он полетел? Где? Где он? Ну, что происходит? А, еще подписочка. Спасибо, Колбля, нифига себе ты пришел. Я уже думала, где же Колбля? А вот он. Он улетел. Вы тут вообще жесть какая дуба, видели? Просто. Ну, это жесть. Так. Хочу что-нибудь прикольное. Зло, добро. Давай да, за добро попробуем. Обещал не возвращаться туда. В смысле? Хрономант. Да посмотрим, что он делать умеет. Нифига, он прикольный. Ушиш. Доблестный паладин. Что у него такое? Хвостик. Звездная и какие-то воины веры. Давай, давай, воина. Давайте, господа святые. Справитесь ли вы с дикими людьми пещерными? У меня это время опять взял академ, нашел работу, приехал в Казань. Нифига у тебя там жизнь. О, нихуя он умеет, смотри, чё. Никого не советую с квартирами, да. Окей, тут, кстати, тоже. О, фига ты его добил, красиво, мне нравится. Я бы скриншот сделала себе на этот, на превьюшечку. Сойдет? Или хуйня? Или надо покрупнее? Это паладин молоты призывает. Я вижу. Ой. Сейчас я его в чат отправлю. Вообще, можно через Steam же скриншотить. На похуй. Костиком. Я одну давала пачку. А? Ну, где-то так. А, опять дуэль. Семьдесят всего лишь дают. Блин, ну только на полурослика хватит. Но нахуй.
Куда он? Куда он упал? Просто упал. Как вы тут поживаете? Бранта добили? Я... Ну, ты можешь, в принципе, на этом, на Ютубе посмотреть. Я там на взрослении. Вот. Я пришла там в город и тусю, и всякое такое дело. Так в целом нормально. Привет, мочи! У меня померли рыбки. Там, в этом... Hello. У меня в этом... В аквариуме оказалась пробоина, и, короче... Ну, все. Увы. Мне нужен будет потом когда-нибудь в будущем аквариум побольше, покрасивше, понавороченнее. А то какой-то прям вообще достался. Вот. Ну, когда-нибудь в будущем. Привет! Привет, F-рыбка. Да вообще обида ёбаная. У меня этот скалярия такая гигантская выросла, сука. Но не выжила. Потому что аквариум маленький. В общем, да. Королева пиратов. Хочу посмотреть. Пушка. И один лучник. Бычок. Есть кто-нибудь дешевле полурослика? За 40 нет никого? Блин, даже художник, блин, за 50. Ну ладно. Давай! Фига, он их тут прям в этом, в проходе косит. Немного пьяненько. Где полурослики? О! Взорвались. Давай, коси их! Давай, последний. Вот так она его, поняли? Гром баба. Когда на рака играть будешь? Что такое на рака? Мне такое дарили? Я не помню. Может, оно как-то по-другому называется? А бесплатно стало? Не, значит, не знаю такого. Не играла. Напишите мне куда-нибудь, то я забуду опять. Или я добавила? Батлрояль на мечах? Я не знаю. Давайте мама, ты его не... Блин, дороговато. Давай зло. Чё стоит? 1500. Некромант. И механик. Посмотрим, как вы справитесь. Ай. Нихуя. Легко справились. Я такое еще не пробовала, так что. Мне надо напоминать все. Дуэлянт. Мастер лосо. Кактус. Мистер Кактус. Кактус! Ага. Ага.
динамичится. Низковатый голосок у динамичицы. Посмотрим, на что способен кактус. Хуйня. Пока что жуть, это самая, блядь, имба. Как по мне. Нифига он их держит. Обидно. Шиш. Ну, вот так вот. Так, против кого в этот раз? Фермер против фермера. Зло победило. Почему его атакуют первым? Mirror match. Я все достиженьки лутаю. Че это они так встали? Ебать, мне денег дали. Вот сейчас я тут... Тайна? Что это? Вот тут даваки. Почему я не могу это использовать? Это какой-то DLC? Монарх пустоты. Предвестник смерти, блин. Я у меня тут. Просто как вы справитесь с этим? Просто гляньте на них. Твари-убийцы. Я не могу вращать, я не знаю как. Давайте. Уничтожьте их. Что выжгли нахуй? Как-то они так по две стороны встали. Что это такое? Мамонт, блядь. Дракон. А, это вот такой дракон. Монах. Давай лучника сверху. Но вряд ли он там останется, но... Самурай. И полурозлик. Я поняла. Дракон одноразовый. Ну, мамонт затащил, конечно. Тут Friendly Fire есть? Да, я много раз своих убивала. А еще тут есть PvP. Против игроков других. Крестьянин.
Шиш! Да, 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 да. Мне он понравился. Ну и все, блин. Налегчайше. Эйка. Давайте. Давай, в эту кучу прям. На, нахуй. Видали? Стратегия сработала. Это тот самый из Assassin's Creed. Ну, просто я вспомнила его оттуда. Смешно. Там весело было, да. Но... Нормально так ебашит. Но он его поднял. Да добей ты уже его. Спасибо. Да в смысле, у нас ничья? Мы же вместе упали. Давай еще раз. Ну, ладно. Да как это? Из Бреста, да. Смотрите на них. Как? Что это за порнография такая? Он просто упал! Блин, два бухих придурка. Ура! Посадил на меч. Ну все. Блин, куча бардов. Просто избиение.
Это чисто, чтобы покайфовать? Надо тех, кто побыстрее будет. Уйя! Один бард. Понятно. Понятно, до свидания. Барт сражался до последнего просто. Он пытался. Не, ну, шанс был. Хуй там. Расставлю их пошире, чтобы они не попали по ним. И один бар. Давай эти тыквочки. Блядь, тыквы просто мимо пролетели. В смысле, вы криворукие, сука, уеб... Ну это ну вообще не дело. Почему тыквы мимо пролетели? Давай еще раз. Да как это? Хуйта. Пожи. Если танк поставить просто. Одна техника против другой. Чья же будет мощнее? Понятно. Нужно кучу всякого говна поставить, чтобы на них обращали внимание. Давайте, давайте, вот сюда стреляйте. Такое затишье. Нихуя косёл. В смысле... Косильщик. Ну и все. Не знаю, что делать, бери косильщика. Где все? Против кого я дерусь? Нон.
просто в пещере замочили. Они даже выйти не смогли. Ном-ном-ном. Давай метни в него. Ладно. Я попробовала. Давай, самурай! Давай! А в смысле поражения? Давай еще раз. Он просто упал. Привет, Лерона. Ебать, добрый вечер. Да, я здесь сегодня. У них просто нет шансов. О, засада! Подлая засада! Все понятно. Куда конь убежал? Конь! Конь утонул, блядь! О, видели, что это? Шиш. Таинственно. Конь тату. Меня наебали, конечно, знатно. Давай, момент, разворачивайся. Поединчик сейчас, мне кажется, опять куда-то вылетит за карту. И кони, и люди. Нихуя себе. Ну, давай попробуем так. Затор случился. Step, brother, I'm stuck. Лол. Давайте вы отключу здесь на него внимание.
Всяких разных наставлю. Вдруг что-нибудь сработает. Во, гарпунеры хорошо сработали. Это я хорошо поставила их. Там вампиры сосут. Молодец, Спирал, ты не сделал ничего, но ты хорошо постарался. Что-нибудь поинтереснее. Воины веры. Давай. О, нихуя он. О. Моя. Ха, победила вера. Молитесь, братцы. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Священный слон. Будет два слона. Один маленький, другой большой. О, смотрите какой. Слон. Ну да. Лёх. Надо взять чела с косой. Кстати, да. Ну, если проиграем, то возьму. Но мне кажется, мы и так справляемся. Слон F. Шиш, опять Майман затащил. Вот сюда можно взять чела с косой. Так, еще хочу гарпуниров, чтобы они стащили их оттуда. Че они там сверху сидят, твари? Нельзя. Тащил его. Шиш. А коса с сеном? Смерть ждал. Похоже на то. Коса с сеном. Как он называется? Прикольная штука. Против кого мы деремся? Сейчас узнаем, против кого деремся хотя бы. Вот они все. Блять, она прыгает.
затыкали девочки своими копьями. У каждой девочки есть свое тайное копье. Ну-ка, ну-ка. Ставки поднимаются уже по 300. Ну нахуй. Как же быстро я его. Выиграть 10 батлов с одним юнитом. Я выиграл. Хочу кого-нибудь пробивающего прямо жестко. Где этот? Зевс, блядь. Вообще другого хотел, ну ладно. Все. Музыка такая напряженная. Скользит по льду. Звуки. Кто это озвучивал? Imperial Force. A Force. Чувак. Хандрит самурай. Какая-то отсылка на что-то, я не поняла. Я пока. Капитан. Ну все. Давайте, падайте все. Ха, нафиг их сверху поставили. На песню Сабатон. А, я не слышала. Вам пизда, ребятки. Только меня не бейте. Он не может попасть. Смерть идет за вами. По пятам. Пришло. Какое-то поражение. Ну нахуй. Упс. Упала. Как это поражение? Давай еще раз. Не
справляются. Подожди-ка, можно еще одного поставить. Блин, по своего ёбнул. Слышишь? Чего они летают? Что? Что происходит? Как странно, гнездятся. Ой-ой-ой-ой. Поля. Завалили момента. Нет? Ничего, он что делает? Какой звук. Давай. О, попала. Прям по башке ему. Угу. Так значит, да? А я тоже так умею. Мясо. Что это такое вообще? Что это? Можешь их сзади поставить кого-нибудь? Катапульта, блядь, ты чё застрял? А чё так невысоко? Как за неё целиться-то, блядь? Хуёво твои камни летят! Да. Окей, без меня справились.
изичная. Фрицарь. Как это он так вот? Так я так не играю. Давайте! Что он кричит? Боже! Фрицарь, вставай! Он застрял. Мне кажется, это сейчас челлендж сам себя убьет. Пока пытается добраться до него. Что это такое? Ты стримов не было так долго. Привет, Хупер. Работала? Старалась заработать хоть что-то? Каких-то денежек? Плохое самочувствие? Хуёвая погода, все вместе. Трагедия. Какие еще нужны причины? Так, я сбрасываю. Что за гуда хуйня? Ты еще живой? Он опять застрял. Ножками дрыгает. И ты тоже застрял. Да вы что ж, два придурка, блядь. Мы победили, потому что он упал. На свою... На свой же щит ебалом. Не хватит. Ладно. Ну, нафиг. Изичная. У них не было шансов. А я тоже так ёбнусь. А всё? А вы чё вы сделали? Камень или топоры? Всё-таки топоры.
Почему пишешь синий, если у тебя красный? Я не знаю. Конь, блядь. Почему он орёт Гойда? Повеселиться не дали. Че, в смысле, на тебе не хватит? Сколько ты стоишь? Сотню одну не хватило. Что это такое? Почему вот это мне не дают? Крестьянин. Два крестьянина могу поставить. Какой тупой сетап. Но если я с ним победю, это будет очень странно. Сам реалистичный конь выиграю. Ну да, максимально тупой. Эта идея неплохая была. Да ёбаный ты насрал. Сейчас мы вообще момента поставлю. Сейчас высосим их. Просто пососали и выиграли. Ладно. Да, именно так. Против Минотавра подерёмся. Демоны или Минотавры? Всё-таки демоны. Статуя великих людей. Ой, всё. А у меня есть еще куча денег. Я только одного типа поставила. Ну все. Блять. Это будет так странно. Давай нарисуй его. И он обидится, если ты его криво нарисуешь. Привет! Блок. Блок Стар. Хай. Спасибо за подписочку. Привет!
говоришь? Так, надо... Не нравится. Коктус. Куча против него одного. Давай, упади уже. Он реально шарики надувает. Давай, кактусик. Да, ребята, я вас разочарована. Изи. Ну как изи? Давай чисто пиратами попробуем. Специфично, конечно. Все стоят на перезарядке. Красиво перья летят. Ей! Вот так вот мы тебя. Вы что это поселились тут? Надо вас оттуда скуривать. Четыре художника. Что они сделают вам? Ну, там же мамон. Я, кажется, только своих убиваю. О, какая миленькая штука. Просто F. Что, нравится тебе такое, да? Вон он, последний. Головой долбится, пытается уже сам справиться с этой ситуацией. И думает, я больше не хочу сражаться. Какая миленькая, что-то как говорит, не нора вокруг кругишки висит. Не чуткая штука. Ну, блин. Добейте его, я устала. Так, мне надо... Все, изи.
Что происходит? Блин, тачка. Это так странно выглядит. Ну, у тачки есть и оружие. Нечестно. Давай, давай всех пососем. Ой. Хорошо, сидишь, братка. Что это? Почему мне так много дают денег? Меня это смущает. Давай зло. Все самое злое зло поставим. Все. А, это куча королей. Шиш. Ой, ничего не видно. Так, кого-то надо заменить. ГКП. Давайте бить их! Он пытался. Ладно. Что же будет сильнее, зло или добро? Не поняла, что он делает. Давай еще раз, я ничего не поняла. Вставай, слон! Слон F.
Заказ для вампира опять что? Что всех сосу? Да, пососывает нормально. Как бы вас, блядь, пробить? Интересно. Это такая куча мясная. Да. Что такое хватч? Обезьянин король. Интересно, что он может сделать против обычных королей? Хе-хе-хе-хе. О, нифига. Человек там застреливает. Если я в этот раз не победю, ну это вообще уже странно. Делаем вывод, Манки Кинги сильнее обычных. Так. Ага. А он дороже стоит. Что происходит? Летает, блядь. Увы. Ну, один Зевс против. Давай. Вообще этого гигачана. Давай спустим ее с небес на землю. Самая быстрая битва в моей жизни.
10. Лодка. У лодки значок F. Смешно. Яичная. Но эскадр. Что-то я залипла, да? Что это за хуйня, как это побеждать? Куча голодранцев против короля демонов. Что это такое вообще? О, найс. Давай, затыкай его. Давай, один на один. Блин, что происходит? Ну, просто смерть, имба. Кто на этот раз? Минотаврик. Что же мне против тебя поставить? Понятно. Как же он хихикает. Взял ёжик из Минотавра. Догнать его не могут. Так. Ладно, хуйня какая-то. Давай вали, стой, Вась. Да. Что-то поинтереснее. Ну,
Один тип остался. Блядь! Что это? Давай еще раз. Опять один остался, попади. Попади. А в смысле, почему постоянно один остается? Это какая-то хуйня, я такое не верю. Что-то я проебалась. Ярл. Давай, ярл Вайтрана. Ёбних! Барт. Ой, бля! Ладно, ярлы справились. Балгуров вы сильнее всех оказались. Они плавают. В этот раз они плавают. Они стоят на месте. У них еще гаду целая армия. Слон застрял. Красивая. Как вам вид? Чего вы тут двое ходите? Давай добей их. Не подойдешь ко мне. Блин, слишком низко. Я попадаю по нему. Шиш! Вручную затащил. Просто масса его. Один полурослик на отвлечение внимания. Сработал. А что, у меня стрим слетел? Не в эфире. Адик, у меня стрим слетел? А ты не смотришь даже? У меня, говорю, стрим слетел. Почему мне пишут ноль не в эфире? Точно? Мне почему-то написано, что не в эфире.
Странно. Залагала что-то. Так что у вас происходит? Давай кучу королей поставим, обезьяньих. Return to monkey! Один остался? Ну, зевсов трудно победить. А если мы кучу зевсов поставим? Упали. Не, хуйня какая-то. Ебать, она держится долго. Королева пирата. О, все. Ее свои же захуярили. Шиш. Красиво полетел. Фит. Да куда? Давай кучу жнецей. Кто сильнее, жнецы или зевсы? Но жнецы пока долетят, конечно. Увы, слишком медленно летят. Покиньте противных чуваков. Ну, не настолько же противных. Ваяру Вайтрана. Нормально, так нормально. Разъебал такая, ля, он смотрится, ты такой. А, она идет, она идет за мной. Что это было? Там что-то кошки делает. Такс. А, ну дуэлька. Я думаю, где все? Один ковроль. Давай, закидай его. Нифига в нем сколько уже торчит. Физично.
А что, я могу только одного оруженосца создать? Одного? У тебя-то какая-то лажа. Что это такое? Что это за битва такая? Чисто на удачу. Я поняла, окей. Да, он упал, я его не смогла атаковать. Тут как не делай. Я победила. Мамонты. Не знаю. Зло победит мамонтов. Где эта хуйня? Один мамонт. Я знаю, как с тобой справляться. Просто кинем его нахуй. А вот и все. Барт. Ой. Ты чё, всё, это единственный, кто выживший остался? Его выпускать отсюда нельзя. Не знаю, получится ли вообще такое или нет. Слон куда пошел?
Оно вообще получает урон от того, что я делаю. Вот бы кто-то не на подсосечек стоял. Это дурацкая битва вся. Давай еще раз. Миша, все хуйня, давай по новой. Так. Иди еще пизду. Как стрелять? И мы закончили. Это было последнее из этих миссий. Го, попробуем ПВП. Спасибо, что прошли наше приключение с разлили безумных битвах. Яй! В следующий раз остальный режим попробуем. Что там у нас? Испытания, династии. Еще дофига всего. Твой мультиплеер. Локальная игра. Быстрый матч. Друзья. Давай быстрый матч. Блин, можно по локалке сидеть. Владик, прикинь. Жесть, это было бы смешно, как мы друг друга бы пиздили. Я буду биться с... Окей. Так. У нас сколько денег? 5000? Да? Нет? Сколько денег? Я не понимаю. А, вот тут надо ставить. Ты еще видишь, как он ставит, пока ты ставишь. Смешно. Посмотрим. Изи, изи, изи меня выиграли. Ну, блин, ну. Да, они тупо не дошли до дальников. Танк, блядь. Давай, блядь. Ну, блядь, сначала смотри, что я ставлю. И такой, типа... Так просто не час. Так можно до самого последнего сидеть и ждать. Давай, блядь. Подстраивайся там под меня, сыкуха. Есть еще люди, кто стримит эту имбу. Привет, крекер. А мне вот недавно вот подарили, и я решила, ну чё, я раз подарили, буду играть. Вот. Давай, сыкуха. Сейчас я посмотрю, что ты поставишь. Так неинтересно. Мне типа до последнего ждать, что же он выберет. Вот и думай, блядь. Нём-нём-нём-нём.
Давай, давай, пересобирайся, там, думай, 3 часа. Да здесь будет еще. Ну, вроде неплохо заходит. Мне. Спасибо за подписочку, но вообще я играю во все подряд, так что. Не думаю, что я буду играть только в это. Грозный игрок хочет закончить битву. В пизду страдай, я ждала, пока ты там решишь, что поставить. Мне не интересует твое вообще. Твое мнение поганое. Че, не знаешь, что поставить? Знаешь, что можно посадиться в персонаж? А, вообще знаю. Но я как-то хрен забила. У него читовая баллиста, автомат начал про который сразу сливаться. Ну да, да. Вообще какой-то кринжовый типок. Я на похуй дерусь, а то его побеждаю. Все навал. У меня, блядь, полурослики. И что он против них сделает? Давай, ебась! А, ну да, я не нажала. Давай, ковроль! Он сразу разъебашил моего ковроля. Так нечестно. Так нечестно. Реально, он только с одного персонажа играет. Я поняла его тактику, галактику. У меня есть другая тактика, галактика. Сейчас он вообще такой, что ты делаешь? Ты ебанутая. А я такая, и чё? Где эта тварь? Ой, не-не-не. Как отменить? Блядь, как отменить? Зевс, блядь. Где эти штуки? Я все время теряю. Не ты. Вот. Ча, я за горбуню твою тварь, будешь знать, блядь. Против кого борешься, сука. Смешно будет, наверное. Нет, пизду. Где мои-то, блядь? Чё, закарпунили тебя, да? Закарпунили, лох. Как это я все равно побеждена? Попробую поставить... Кого? Я не могу прочитать, сори. Давай ярлов ебнем, чтобы ему, блядь, скучно не было. Ну давай, блядь. Нихуя эта штука, я такой не знаю, где. Вот этих? Ясно, это какая-то уже тактика, блин, местная. Я тут по фану сижу, а вы там чисто уже по гайдам. Он, блядь, по гайдам дерется. Не, ну это кринж. Ну это же не интересно.
Not interesting. Посмотрим на прикольную штуку. Лучше. Это... Как это? А это, я думала, статуя. Это просто камень. Или как смешно. Умер. Я не хочу сражаться по тактикам. Это скучно. Давай кучу косарей, блядь, ебать. Мне похую. Хочу посмотреть на это дерьмо. Что он сейчас будет ставить? Одно и то же. Нажми на левом верхнем настройку, кстати, сумму раунда 50к. Это максимум. Ага. Чтоб повеселее было. Может, другой противник интереснее? Наверное. Где, говоришь? Сумма где? Какая сумма? В каком углу? Левом верхнем. Вот это? И чего? I'm not understand. Настройки. Вот это типа? Что это будет за дичь? Предложить. Давай, давай на все, Миша. Он отказался, ну и пошел ты в пизду. Он принял? Да? Ну, похуй, у меня... У вас было 50к? Мне показалось 5000. А у меня ебаные СДВГ. Не обращай внимания. Ну, и похуй. Это было так тупо. Я такая предложить уйти. Ой, блядь. Ой. Как же долго тут кликать? Отклонил предложение. Ну, пошел в пизду. Дай поразвлекаться, ну и ищи новую катку. Видите, ваши киберукотлетные всякие сборки меня не интересуют. Ты будешь стать 50к всегда? Хуй знает, я хочу хотя бы один раз попробовать. Хотя бы 35. Ей! Можем пойти на все.
Давай. Давай ебанем. Вон нормальный человек. Все, кончились места. Все, больше нельзя поставить на персонажей. Окей. Сейчас будет заруба. Ебать, слагает, блядь. Офига, он быстро развалился. Чел меняй тактику. Там можно количество тоже менять. А, да? А похуй. А давай. Он кутил лодок. Я не могу. 2 FPS. Пиздец. Одег, а можешь опустить вот эту шторку, чтобы сюда хуйня не летела? Хотя она вся уже тут. Так, давай кучу зевсов поставим. Я ебанута. Давай кучу зевсов. Все, больше нельзя. Больше уже зависит. Да. Как же он долго думает. Да представь уже кого-нибудь. Ой, нифига там. О, ноу, все проиграли. О, ноу. Как же так? Я думала, вы сильные, а вы нет. Давай кучу ярлов. Очень много ярлов. Звуки лагают. О, смотри, ярлы их расхуярили. Жесть. Давай, кто это? Кто бы это ни были? Что это? А, это эти ебанутые. Ей! Ну этот чел хотя бы это... по фану играет. Сейчас, короче, попробую ставить так, берешь, заходишь во Францию, Дикий Запад, ставишь...
чужих черлидеров. Я не хочу играть по каким-то там тактикам. Я хочу поставить миллион каких-нибудь странных типов и посмотреть, что из этого выйдет. Давай драконов поставим. Да тут тоже неплохой залп вышел. Просто сожгла всех нахуй. Просто сгорели. Давай еще раз. Ля. Они пойдут кулаками писить. Жесть. А с последним маленький остался. Все, не осталось. Ей. Красиво, красиво, мне нравится. Сейчас будет такой красивый залп. Ебанитесь. Это что, Total War? За гномов. Пиздец. За добро? Окей. Ну это вообще... Ну, мне кажется, это имба. Он такой сразу... Нуп. Так, добро. Хрономант. Миллион хрономантов. Это скучно за них играть. Красивая, красивая. Шиш. Дефолтные человечки. Мне нужно на похуй играть. Давайте слоны. Миллион слонов. Ты
слишком просто. В смысле, я просто ставлю самых сильных персонажей. Привет, Нинор, привет. Фрейд, чува. Альфред. А, Альфред. Хай. Кактусы. Блять, кактусы. Кактусы. Почему он ставит кактусы? Давай, метатели против предвестников. Или кто там? Ой, нифига, он победил. Жесть. Почему так тебе много денег? Потому что я столько добавила. Так. Давай, королева пиратов. Повторюшка. А как тебе столько денег? Мне? Хуй знает. Но лагает знатно. О, но один на один проиграли. Давай на все. Ой, блядь. Просто тебе 20 пушек не попрешь. Ну, смотря кем. Ой. Члёники. Давай кучу валькирий. Нифига они. Тик-тик-тик, и все готово. Ладно, мне идти спать ложиться. А я тоже уже хотела закончить. Я уже это... подустала. Вот. Спасибо, мистер Халид. Я, пожалуй, пойду. Sorry. Я не знаю, как тут прощаться. Потом мы еще поиграем. Хи, пиратики такие. Всем спасибо. Нормально сегодня почили. А, или может посмотрим видосик, подожди. Смотрим видосик? Там есть один смешной видосик, пиздец. Он вроде короткий.
Компанию? Компанию я попроходила уже, если что. Я вот эти две прошла. Тут еще куча осталось.